когда карантин и все закрыто, хоть где-то есть место, где можно скоротать бессонную ночь и купить продукты и попить чая. Здесь кассы самообслуживания, заход в магазин по QR-коду в телефоне, в приложении. Вот, ну, магазин биотоваров. Я один нахожусь в магазине. Я вот сколько здесь сижу, минут 30, никого вообще здесь не было. Вот, взвешиваются продукты, взвешиваются здесь на кассе. На весах, точнее, на этих взвешиваются продукты. Выбирается, как и продукт. И они выбивают чек. Потом с этим чеком идем на кассу самообслуживания и там оплачиваем. Также вот я делал чай, взял пакетик чая отсюда, пробил кружку на кассе, оплатил ее, поднес к автомату, налил себе воды горячей. Вот, и сейчас пью чай. Хотя в городе, ну, я не знаю, где вообще, мне кажется, нигде нету места, где можно было бы в помещении попить чай. Тем более ночью. Прибор считывает QR-код, и ворота раздвигаются.